Миллионы лет назад единый континент планеты Гондвана разошелся по океану шестью огромными территориями. Шесть континентов человек связал, придумав парус и корабль. И тягу человека к морю, наверное, лучше всего объясняет надпись на Поморском кресте, найденном на острове Груман. Кто бороздит океан, вступает в союз со счастьем. Весь мир принадлежит ему, и он жнет, не сея, ибо море есть поле надежды. Среди массы событий, связанных с 300-летием российского флота, одно, может быть, прошло и незамеченным. Может быть, о нем нигде и не написали, кроме как в маленькой городской газетке. Случилось это все на крайнем юге Мурманской области, на острове Святой Нос. Там ребята, морские офицеры, поставили памятник поморам, тем, кто стоял у истоков российских мореплаваний, у истоков российского флота. Спасибо им за это. Слышали ли вы когда-нибудь про городок Островной? Летом там снег до дьявола чист, сказал бы поэт. И еще летом, как и повсюду в России, в Островном проходят школьные выпускные вечера. Как и повсюду в России, они окрашены легкой грустью расставания. И, конечно, всех волнуют извечные вопросы. Кем быть? Что делать? Каким быть? Вопрос, к которому мы вернемся позже. После выпускного бала этого года в Островном произошло событие, о котором будут долго помнить. Сейчас вертолет держит курс на Святой Нос. Здесь сходятся два моря, Белое и Баренцево. Здесь проходили северные морские пути, по которым русские мореплаватели, начиная с 12 века, ходили в Скандинавию и Западную Европу. На берегу и островах ставили поморы, гурии и кресты в память о товарищах, об удачах и неудачах, и становились эти кресты своеобразными маяками, опознавательными знаками. Время и люди не пощадили их, памятники поморской культуры, и решили жители Островного, среди которых большинство морских офицеров, установить на полуострове Святой Нос поморский крест в память о поморах, прославивших русскую землю своими морскими походами. Так вот, какими быть? Вопрос к выпускникам Островной школы, а вот такими, как их отцы, как их старшие братья. Беззаветно любить родину и помнить ее историю. Остальное приложится.